Знатоки немецкого языка собрались в Тюмгу, чтобы повысить свою квалификацию в рамках проекта «Немецкий. Первый. Второй. Иностранный». Курсы заинтересовали не только преподавателей, но и студентов-германистов. Занятие провела мультипликатор Гёте-института Анна Канцур. Она рассказала, как оцениваются языковые компетенции учащихся при сдаче международного экзамена «Fit&Deutsch». А1 – это начальная ступенька, это мотивационный экзамен. Сдав его, дети, у них появляется желание изучать немецкий язык дальше. Дальше они двигаются на ступеньку следующую – А2, Б1 и Б2. Допустим, если дети хотят учиться в Германии, им нужен экзамен уже, сертификат Б2. Но чтобы прийти к нему, нужно пройти все экзамены, тем самым подготовить себя и быть готовым к сдаче этого экзамена, не перепрыгивая ступеньки, потому что они накапливают опыт сдачи международных экзаменов. Гёте-институт и Тюмгу предоставляют возможность тюменским школьникам и студентам сдать экзамен и получить международно признанный языковой сертификат по немецкому языку в Тюмени. Было некоторые опасения у меня, полюбят ли дети, захотят ли участвовать в этом. Но, к моему удивлению, это вызвало большой ажиотаж. И, вы знаете, первые результаты уже видны при подготовке к сдаче экзамена Fit&Deutsch 1, потому что у детей появилась огромная мотивация к изучению немецкого языка не только во время уроков, но и также во внеурочное время. Полученный сертификат международного образца студенты могут использовать в качестве подтверждения о владении немецким языком при поступлении в иностранные вузы. Добавим, что первые экзамены Fit&Deutsch в Тюмени будут проведены в мае 2018 года на базе Тюменского госуниверситета. Ксения Ишимцева, Алексей Мойсов. Специально для Евразион ТВ.